Здравствуйте, друзья! С вами на канале Самый Клёвый. Сегодня снова Палыч. Утро, вышел на улицу, солнышко светит. Решил сегодня с вами побеседовать. Но по-настоящему, конечно, ответить на вопросы моих подписчиков. Вот, отвечая на вопрос моей подписчицы Аллы, которая живет в Саратовской области, здесь, она мне задала такой вопрос. Палыч, живу, говорит, на огороде, лето, любимое место, и очень часто вижу гадюк на своем огороде. Боюсь страшно. Подскажите, как избавиться от змей, от гадюки? Ну что, давайте разберем эту тему. Тема интересная, тем более у всех, у многих наших жителей нашей страны огороды практически у всех есть. Есть маленькие, есть большие. Особенно, я, наверное, это заинтересует тех, кто живет в более теплых краях таких, где змей этих больше. Ну вот у нас тоже их много появилось. Поэтому давайте разбираться по этой теме. Ну, давайте сперва как бы разберем вот такое. Где на участке на вашем могут жить змеи, ну, гадюки? Ну, прежде всего, это места, там, где вы сваливаете мусор, кучу, там, перегной кучу делаете. В этих местах змея, гадюка может обитать и даже откладывать свои яйца для выращивания, то есть, когда появится детеныш. Это опасное место. Это малинник, заросший малинник, где вы там, бывает так, что многие хозяйки запускают, малины очень много, заросшие в этих, внутри, в этом малиннике может гадюка быть. Кусты смородины большие, разросшиеся, вот, в этих местах, кружовника. То есть там, где есть и светлые участки, и есть где змея спрятаться. Змея, ей как бы наплевать на наши лесные устои. Если слишком жарко, она будет искать укромные, темные места, такие тенистые места, заползет туда и будет там находиться. Если слишком холодно, она будет вылазить на открытые пространства и будет греться. И вот хозяйки или хозяева в этот момент видят этих змей, конечно, боятся. Вот. Теперь вы знаете, да, что вот они как бы обитают вот так. Теперь что делать, если вы вдруг случайно встретились на участке с этой вот гадюкой или близко там вот подошли. Перво-наперво не стоит резко дергаться, бежать от змеи. Потому что если вы близко находитесь, резко дернете, змея вас обязательно укусит. Нужно остановиться и медленно, как бы, либо дать змее проползти, либо медленно, так, тихонько отойти от змеи. Змея живет своей жизнью, вы живете своей жизнью, да, она вас пугает, но в данный момент не стоит ничего делать. Многие бывают, что берут лопату, там пытаются, там или что-нибудь, грабли какие пытаются увидеть змею, забить ее до смерти, убивают, ну, вы этим не поможете себе. Дело в том, что если вы даже убьете змею, следы преступления, так называемые, останутся на земле, там на лопатах. А у змеев, у гадюк есть такая особенность. Они поедают свои самих себя, мертвых. То есть живые они не кусают, не убивают, а вот мертвых своих сородичей они могут съедать. Они чувствуют этот запах разложений, который запах крови. Они приползут, и вы наоборот позовете от других участков к себе на участок этих гадюк. Если это, вот, вы случайно убили змею, лучше землю, на котором произошло преступление, нужно собрать, убрать, лопату промыть, чтобы здесь было все чистенько. Но лучше змеи не трогайте. Бывает, что вы тут увидели там маленьких змеенышей, таких вот гадюк здесь. Кто не брезгливый, кто не боится, бывает, хватает этих, играет, пытается там поймать эту змейку, думая, что она маленькая, небезопасная. Нет, это заблуждение. Дело в том, что у маленьких змей яд намного сильнее, чем у взрослой змеи. Она может вас укусить, и сами понимаете, что это может произойти. Ну да, на участке бывают и обитают и не ядовитые змеи. Но они тоже могут вас укусить, а укус змеи, любой змеи здесь, он, ну, неприятен, ну, больно. И потом это психологически как бы все равно на вас будет действовать. Ну а теперь пришло время, давайте дошли мы до такой точки, как избавиться.
Сразу скажу, что я против покупок вами в магазинах всяких китайских там порошков или что-нибудь. Этот метод не действующий, даже не заморачивайтесь насчет этого. Здесь не покупайте ничего, вам это не поможет. У гадюк очень хорошее обоняние. Вот это, как бы, их качество нужно использовать. Это первое. Здесь что нужно сделать? Есть два запаха, которые отпугивают гадюк. Это запах керосина и ацетона. Возьмите любую ветошь, там, кусочки такие, и в разных местах, где вы видели по участку на своем огороде, прикопайте эту ветошь в землю, смочите керосином и закопайте. В разных местах. Все 8 мест сделали здесь. И в течение месяца запах этот будет распространяться. Да, он будет выветриваться, там дождями вымываться. Но запах он останется. А змея его будет чувствовать очень долго. В течение месяца она на эти участки будет избегать. После этого, через месяц, вы еще раз сделаете это здесь. И можете даже еще третий раз сделать в течение лета. И вы свой, в принципе, участок обезопасите. От этого змеи будут избегать вашего участка. Но есть еще другой, более действенный способ. Есть такая тоже, как бы, особенность у гадюк. Вот они, у них зрение очень слабое, и они живут на вашем участке, потому что если вы видите змей на вашем участке, значит, на вашем участке много мышей, грызунов всяких, где они живут и охотятся за этими. Значит, где-то созданы их локации, где вот они вот обитают. И у змей слабое зрение, но очень сильное, слуховой аппарат они слышат всякие вибрации, движения, и с помощью вот этого, как бы, твоего слухового аппарата они охотятся на грызунов. Ну вот, используйте и этот их, как бы, такой, а их не особенность. Значит, нужно создать вибрацию. А каким способом создать вибрацию? И способ. Купите обыкновенные пикарды, китайские или нашего производства, и на огороде, в тех местах, где вы видели эти гадюк, подрывайте эти пикарды туда-сюда, раз, подрывали несколько, штук 10-15, первый день, второй день, просто взрывайте так, раз, покидали. Вот эти взрывы, эти вибрации, змея будет слышать, она будет бояться отходить, и она будет избегать этого места. Если вы там 3-4 дня сделаете, неприятное ощущение змеи, она на вашем участке уже не появится, уже долгое время не появится. Но если вы там через 3 месяца заметили, повторите данную процедуру, и змеи на вашем участке не будет. Вот это два действующих способа, чтобы избавиться от гадюк на своем участке. Ну что, я вроде бы ответил на вопрос, поэтому желаю вам избавиться от этих змей и жить спокойно, радоваться на своем участке. Ну что, спасибо за просмотр, пишите, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на мой канал. С вами сегодня снова был на канале Самый Клевый Палыч. Пока-пока, до новых встреч!